Надо всемиру листик какой-нибудь. Так, страничка. Так, посмотрим на какой-то доклад. На какой странице? Одну секунду, подожди. Чего, всемир, читаешь? Угу. Там сколько человек на картинке? А звездочек сколько? Пять. А тут что такое? Орешки? Где орешки? Считай. Сколько? 15. Покажи, что это такое. Закладка. Закладка такая? Ну-ка, покажи. Как она выглядит? Читаешь. Илюш, присаживайся, у нас началась арифметика. Ничего, нужно присесть, потому что у тебя начался урок. Смотрите. Так, девочки, мальчик, Илюша, Илюша, страничка. Тебе надо по математике, да? Нет, нет, не письмо, конечно, только мальчик. Я сейчас покажу, а ты сдай 68. Первое число 8, а второе число на 2 больше. Чему равно второе число? 10. Я спросила Аришу. 10. А когда мы отвечаем, мы делаем что? Теперь, хорошо, согласна. Назовите мне, сколько десятков и сколько единиц в числе 10. Один десяток. А если и да, а как мы понимаем, что нет единиц? Потому что нам написано никакого числа нет, ноль. Да, ноль нам говорит о том, что единицы в этом числе нет. Хорошо. Нисколько. А если я число 8 решу увеличить на 2, какое число я получу? 10. Хорошо. Одно число 7. А другое на 1 больше. 8. Хорошо. Число 7 увеличу на 1. Сколько получится? 8. Где? Ага, у тебя где? 8. Теперь давайте повторим устный счет. Я сейчас запишу. На доске немного примеров, а вы мне даете ответ. 10 плюс 4. 4. Хорошо. Тут же называешь мне сколько десятков, сколько единиц в числе 14. 1 десяток, 4 единицы. Умничка. Ариша, 10 плюс 8. 10 десяток, 6 единиц. Хорошо. А 9. Хорошо. Теперь давайте достанем палочки наши. Достанем по 2 десятка. Это сколько палочек я достану? 20. Хорошо. Сколько палочек? Я буду опять снять.
сколько палочек? Я буду еще для них делать. Бабочка собрала 2 десятка. Бабочка мне нужна. Не один большой, а 2 десятка мне нужно. Четко должно быть 2 десятка. Тебя же там хватит резиночек связать, бабочка? У меня 2 резиночки. Давай, шустрее это делай, ножки опусти. У меня тоже 2 резиночки. Смотрите, как я сделала. Я тебе сказала 2 куска, 2 десятка. Где спим? Ну. Это сегодня после уроков всех. После всех уроков. Сейчас еще каллиграфию у вас прямо. Да, письмо. Ну же самое. Ладно, звонится. Каллиграфия, не каллиграфическое письмо. 6 плюс 1. Плюс 1. Вот было 6. Было 6. Плюс 1. Плюс 1. Семья вечером сидела у камина. Сначала огонь разожглись 4 поленьями. Да, я помню. Что тебе не нравится здесь? Я не понимаю, как мне к 4 палочкам прибавить 12. Теперь встает вопрос, как прибавить к 4 палочкам 13, если 13 у нас делено на 3 единицы или на 1 десяток, верно? Верно. Поэтому к 4 поленьям мы прибавим 13 поленьев. Как мы это сделаем? Мы соединим как? Мы можем сделать для нас самое главное удобство. Какое? Десятки мы всегда складываем с десятками, а единички? Единичками. Тут я могу воспользоваться этим удобством и сказать, что единички, сначала я сложу единички с единичками, а потом прибавлю десяток. Будет ли мне так проще? Давайте попробуем это сделать наглядно. Сложите мне единички с единичками. Такие единички у нас вообще имеются. Какие? Назови мне единички. 13. 4. 4 единички у тебя есть. И еще. Десятки я не спрашивала. Я прошу назвать только единички. 13. Думай. Назови мне, Ируся, только единички. Хорошо. 3 и 4. Мы же десяток не трогаем. Мы сейчас, я прошу назвать, только выбрать единички. Десяток мы не трогаем. Поэтому для нашего с вами упрощения и удобства нам нужно сложить, что прибавить к чему? Единицы с единицами. И этой задачи. Сколько я получу? 7. Ногу. Быстро. 7. Смотрите. Дальше что? У нас еще осталось. Что осталось? Десятки или единицы? Единицы. Единицы у тебя остались, попади на парту. Ты сложила 3 единички и 4 единички. Вот они у тебя в одну кучку сразу совместились, верно? Ты получила 7 единичек. Да, или палочек, без разницы. Дальше, что у тебя в итоге на остатке? Ну, откуда это? А откуда у тебя палочки лишние? Из этого их... десятка. А, все, поняла. Тогда убери их вот сюда, чтобы они тебе вообще глаза не мозолили. Вот у меня осталось. Да, у тебя единички. 3. У тебя вместо 3 и 4 получилось 7 общих единиц. Верно? А если их разместить, то получается. Да, да, если их разместить. Но мы их сложили. Мы совершили с ними главное действие. Мы их сложили. И получили 7 единичек. Вот. Пусть они лежат в одной кучке семерочкой. Что у тебя осталось? А вот десяток. Десяток. Девочки, смотрите. У вас уже есть 7 единичек, верно? Ируся, так получилось? И остался 1. Десяток. Что я теперь могу сделать? Я сложила единицы с единицами по-правильному. У меня остался 1 десяток и остались единицы. Что я теперь сделаю? Соедините. Да, верно.
Я теперь уже могу, так как у меня уже сложилось. Блин, квадрат. Да, что ли, в этом классе? Ну, я не знаю, может, нам захочется во втором классе или чуть-чуть топ-лучше. Может, мы вообще помещение сменим. Так, поеду. Ты переживаешь за смену? Знаешь, почему ты? Что ты навсегда застрянешь в этом большом классе? Ты его здесь представишь. Ну, я так и поняла. Итак, а вообще вы можете проще сделать. Сейчас мы разделили все с вами на две кучки. На 13 и на 4. Вы можете просто их совместить, соединить и с чем-то. Ничем. Просто тетрадки. Я сурдопривод попросила. Теперь просто соедините 13 и 4 в общую кучку, все-все палочки, 13 и 4. Теперь сидишь, 13 и 4, соединяй вместе. Все? Все. Сколько я снова в итоге получила? 17. 17. Это упрощенный совсем уже способ для ваших старших классов. Вы просто будете складывать в уме уже без ножек и такие числа. Без палочек. Без палочек, да. Сейчас я показываю вспомогательно с палочками. Я уже щелкнула. Ну, я должна объяснить вам на палочках. Я должна вам дать понятие, что вот такое десятка, что нам будет. Это вам все пригодится, эти те основы, которые заставляет вас лучше считать. Так. Хорошо. Теперь с тебя начинаем. 2, 4, 6, 8, 10. Все, стоп, я сказала до 10. Ариша, твой счет. Хорошо. Смотрите, а в числе 20 сколько здесь десятков, а сколько единиц? Я научу тебя когда-нибудь поднимать ручку. Два десятка, ноль единиц. Хорошо. Все, сообразили. Дальше. Теперь я даю вам задачку. Точнее, вы ее читаете сами. И следом скажу, что делать дальше. Задачка 260. Белла, читай. Так, 260. Что нам известно? Что нам известно, Владислава? Что нужно произвести? Что не хватает в задачке? Задай вопрос. О, сообразила. Задай вопрос. Сколько всего птичек прилетело к кормушке? Хорошо. Сколько всего птичек прилетело к кормушке, скажет мне Ирусе. Решение этой задачи хочу. Не вопрос. Не ответ, а решение. Помнишь, что такое решение? Три разных понятия. Я сегодня перестала назад. А чего ты перестала назад? Читать по новой задаче. Задачу по задали вопрос к этой задаче с Велиславой. Твоя теперь задача — назови решение. Как я буду решать эту 11, задачу? 11 плюс 5 равно 16. 16 чего на вопрос задачи? Теперь ответь полным ответом. 16 птичек прилетело. Верно. Хорошо. Не забывайте о том, когда мы решили задачу, и мы с вами должны записать ответ. Для начала мы его проговариваем. Проговариваем ответ всегда полным. Да, решение полным ответом, точнее. Теперь задание 260. Буба. Кто уже знает, что это такое? Я. Давай. Это главная буква.
корабль, она начинается с большой буквы. Почему? Потому что все начало имени, начинается с большой буквы. Кто хочет еще что-то сказать? Говори, почему? Потому что... Что такое заглавная буква? Заглавная буква еще обозначает веки, тоже называется заглавной буквой. Так, она какого размера? Какой буквы пишем мы? Большой? Большой. Большой. Алиня, Велеслава, мы напишем с маленькой буквы или с большой? Большой. То есть имя всегда пишем? Большой. Большой буквы. А имя бывает у кого имена есть? У Руся. У людей, да? У всех. Я Руся. Так, еще у кого имена? У животных. Мурка. Мурка. Бобик. А, Бобик. У неживых предметов, объектов. Могут быть имена? Например? Доскачка. Нет. Наш город как называется, в котором мы живем? Вот он. С какой буквы будем писать? Заглавная. Заглавная. Правильно. А река Картунька? Ярослав рассказала, с какой буквы? Большой. С большой буквы. То есть, если каллиграфия. Имя кому-то принадлежит, мы пишем с большой буквы. Итак, значит, у нас сегодня такая тема. Заглавная буква. Вот, у тебя пустые строчки есть, вот здесь вот пиши. Твое имя. Каждый пишет свое имя, да? Я все. Ты все, ну-ка покажи. Вот он. А почему здесь нет соединения? Ну-ка соединяй. Вот. Нет. Здесь соединение будет у нас. Давай. Так. Выводи. И снизу, вот так вот, вот так. Ну все, теперь я приступаю к каллиграфии. А что это? Подготовка к письму. А почему мы без анимона? Смотри. Подготовка к письму. Смотри, буква А пишется. У нас для чего вот эти линии? Для чего? Мы должны по ним букву писать, смотри. Вот она буква А. Нажим сильнее, будет очень ровно. Вот, видишь, заметила? Сильнее нажала, у тебя сразу очень ровно. Вот такой нажим делай. Вот. Так, сейчас будем вам тоже такой писать. Отработка? Так, все это. Да. Получилось? Да, спасибо. Так, давай, пробуй. Давай ей глазочек побольше сделаем, да? Ну-ка, попробуй побольше. Так, вот. Смотри, вот эта спинка, у нее должна быть ровно по вот этой вот линии. Смотри, вот идешь, потом раз, закругляешься. Давай попробуй. Видишь? Вот теперь сравни вот эту буковку и вот эту. Какая красивая. Вот эта красивая. Так, что у нас с палочками? Идет? Вот. Вячеслава, ку-ку! Обычная переменка. Тут борьба, там коты. Шалаш.